2,5 часа. Тепла, света, доброты, замечательных песен и общения. В Чебоксарах состоялся живой концерт Виктории и Антона Макарских. Выступили они в рамках закрытия пасхального благотворительного марафона в поддержку программ благотворительного фонда «Время помогать». Сами артисты называют свои программы антидепрессивными. В этом убедилась и наша съемочная группа. Счастливой семейной жизни. Творческий тандем. Виктория и Антон Макарский с удовольствием делились своими эмоциями, советами и рассказывали случаи из жизни. Каждая композиция искренняя, добрая и живая. За 2,5 часа артисты исполнили как новые, так и хорошо известные композиции. Зрители услышали песни и на итальянском, грузинском, французском языках и даже на иврите. Между композициями диалог со зрителем. Живой концерт – это в первую очередь общение. Молодой человек. Покажитесь всем, повернитесь, дорогой. Вот, это вам. Как вас зовут? Давид. Давид, очень приятно. А вы петь любите? Петь любите? Да. В Чебоксарах артисты впервые. Антон и Виктория Макарские признались, что наша республика им очень понравилась, и они планируют сюда приехать снова и снова с живым концертом. И, возможно, в следующий раз включат свою программу и песню на чувашском языке. Матушка!